Главная проблема для Ростова – это выход из обороны. Вот как только замедляется здесь, да, игра, так спартаковцы тут же перехватывают мяч. И вот передача на Велитона, и мяч в воротах, играть полтайма, ну, чуть поменьше еще. И, безусловно, надо констатировать ошибку защитника, после которой пас Ковальчука, и Хатеев выскакивает из ворот. Чем вызвана такая ошибка? Могу предположить. Вот привыкнув уже к этим бесконечным угловым, привыкнув быть под давлением в тренинге, в действии все время, но в действии не очень сложном, Хатеев, может быть, когда и надо было остаться на месте, взять паузу и посчитать ситуацию, вот именно действие предпочел. А это было вредно. То, что Сергей Ковальчук отдал результативный пас и вообще очень грамотно отыграл на позиции опорного полузащитника, для вас стало сюрпризом? Нет, нисколько. Сергей находится в прекрасной форме и всегда как бы славился своей работоспособностью. Вот. Ну, то, что отдал такой великолепный пас, конечно, это еще дополнительный плюс ему.